Коли не хочешь у хованки, давай у ядомая, не ядомая. Я зараз бегаю за мячом. Не, не треба бегчи, Рися. Нечто не хочется мне у эту гульню. А давай у космонавтов, а? Не-не-не-не, пробач. У школу, у доктора, у магазин. Давай не сёння. Чому? Пробач, Рисечка, нечто нема настрою. Ой, ну некий капризный у тебе сёння настрой. Сам не ведаю, что со мной. Усё надокучило. О, придумала! Зараз мы прогоним твою нуду. Запрошаю тебе у виртуальное подорожжа. Куды-куды? У іншую реальность. А куды конкретно? Выбирай сам. Куды б ты хотел трапить? Можно выбирать? О, так? Где б ты зараз хотел опынуться? Называй любый накірунок, любый континент, любую планету. Коли так, то я хочу у Африку, где зараз зимуют мои сваяки-буслы. Можно? Без проблем. Наденем окуляры виртуальной реальности и у Африку. Нырай под стол. У меня там тайник. Эти окуляры будут тебе. Примерай. Окуляры виртуальной реальности? Безумовно. Готово. Полетели. Ой, Рися. А мы уже у Африцы? Зразумела. Отчуваешь, як тепло стало, навод хороша? Не зусім. Я бачу, что тут такие ж речи, як у нашей колыханцы. Тебе так здається, бо ты не заплющив в очи. Треба заплющить в очи, каб запрацавали окуляри виртуальной реальности. А, пробач, я не ведал. Перший раз в таких окулярах. Нічого страшного. Заплющи в очи и расплющивай до конца нашего подорожжа. Добро. Ну як? Бачиш, кольки вакол пяску. И так спякотно. Зараз мы минаем пустыню Сахару. Ага, от горячини нават тяжко рухаться. Ой, може спынемся и отпочнем крыху. Не, буслик, рано яшчэ рабіць прыпынак. Давай рухацца на поўдзень, там будуць дрэвы, рэкі. А на берагах ракі зімуюць мае сваякі-буслы. Хутка мы з імі сустрэнемся. Бачыш, оазіс зелянее. Ой, колькі фінікавых пальмаў. О, там у цяньку вярблюда адпачываюць. Нам ківаюць. Салют, вярблюды! О, савана пачалася. Тут ёсць дзе адпачыць у халатку пад дрэвам. А драпежнікі на нас не нападуць? І львы, шакалы? Ну, пакуль іх тут няма. Калі што, якой ускочым на гэта велізарнае дрэва, ведаеш, як яно называецца? Волат? Не, бабаб! Адно з самых толстых дрэў на зямлі. Прывітанне, сябры. Добры вечар, дзяўчынкі і хлопчыкі. Вітаем тебе, Данік! Калі ты нас не бачыш, не хвалюйся. Мы с бусликом зараз у виртуальной реальности. У Африцы. Зараз присядем у тянек под баобабом. У Африцы? И каким ветром вас туды занесло? С подорожным ветром. Ой, буслик захотел убачиться со своими свояками. И бачили буслов? Еще не, отпочиваем, бо стомились у подороже. Ой, ратуйте! Кто это? Ай, на нас хтось звалился с древа. Это ж Галина Баобаба звалилася. Ратуй нас, Данік. Супакуйтесь и не ворушитесь. Галина Баобаба ликвидована. Старое древо, як нияк. Уф, дякую, великий Данік. Выратовал нас. Я ж насполохался. Подумал, мой леопард скукнул на нас Баобаба. Ходим отсюль, Рися, небеспешно сидеть под гэтым древом. Ходим, буслик, шукать твоих свояков. Я уже бачу раку. Я не повинна быть там. И долго вы еще вандровать будете? Покуль не ведаю. Коли неприемных сюрпризов больше не будет, то, может, и затримаемся на речце. Переночуем там. А вот так? Так. Коли день те двое нас не будет, то не сумуй, Данік. Топа с Яной будут рады провести с тобой колыханку. Якая ты, Рися, клопотливая. Ну и спеку у Африцы стоит, правда, Рися? И не кажи, буслик, воды б зараз. Может, Данік нас вырутый от смахи? Коли ласка, Данік. А, Азісу с крыницей там поблизу нема? На жаль, не.
Что ж, зараз достану для вас воды. Гляди, рыся, берег той раки бялюткі ад буслоў. Ого, колькі их тут! Привітання, дороженькія! Як я рада вас бачыць! Вы такие прыгожыя, вялікі! Я так сама хутка падрасту і буду з вами праводзіць зіму тут, у Афрыцы! А вось і вода, мае маленькія вандроўнікі. Ой, смачная вода! Дякуй, Данік! Ой, дякуй, холодненькая! На здоровье! Може час вертатися додому? Что ты, Данік, нам чудово тут на речці сярод моїх свояков. Яны запрашають нас погостявать. Але уже вечер. Треба рихтуватися до відпочинку. Гэта у тебе там вечер, Данік. А у нас тут середина дня. Сонце пяче. Так-так. Якое там спать? Еще гулять да гулять. Что ж, коли вы не жадаете вертаться со своего виртуального подорожа, тады... Не жадаем. Не жадаем, мы застанемся у Африцы. Тады я без вас буду глядеть цікавый вечерний мультик. Мультик? Мультик без нас? Так, увага, девчонки и хлопчики, глядим мультфильм. Почекайте, почекайте нас! Мы уже вертаемся за Африки, не глядите без нас. Добра, чакаем хвілінчку, не болей. Готова! Можем пачынаць. Ох, ледзь паспелі. Мультфільм, сябры. Што ж, сябры, надышоў час рыхтавацца да адпачынку. Мыем тварыкі, чыстім зубкі і ў ложачках сустракаем сны. Дабраныч, дзяўчынкі і хлопчыкі. Цікавых усім сноў. Баю-бай, разом с нами засынай. Баю-бай.